Мало того, что сегодня идет СВО, мы с вами столкнулись с информационной войной. Я вчера общался с батей, все у него сидели, и он мне рассказал такую вещь, что я столкнулся, короче, с информацией, да, которая работала против меня. Несмотря на то, что наш коллектив, наша команда делает, всем похуй, откровенно. В интернетах, в СМИ, особенно СМИ, сегодня нет ни одного нормального средства массовой информации. И, ну, я знаю, что вам не похуй, поэтому, ну, я с вами общаюсь. Несмотря на то, что, ну, показать пример, да вот, смотрите, как можно делать, товарищи артисты, объединяйтесь, будем вместе помогать нашей стране. Форсится фотка, где мы на Новый год с Пашей техником бухие. На следующий день после нашего благотворительного концерта в честь, ну, в поддержку Курска и Курской области. И как бы, кто знает, тот знает, да, но приведите в пример, ребята. Приведите пример, вот можно сделать так. Начали шамана ругать, типа, вот, там что-то там, патриоты должны выступать бесплатно. И я читаю эту статью на следующий день после нашего благотворительного концерта, да, и думаю, блядь, вот, ну, напишите, вот, смотрите, берите пример, там, «Три дня дождя», вот, можно так делать. Нихуя. Фотка с Пашей техником. Неправильная парковка, блядь. Я, ну, типа, уже перестал удивляться, мы с пацанами тоже уже перестали удивляться. Не хавайте говно, и вас кормить говном не будет. Не будут. Спасибо.